В торговом центре «Мегахимки» открылось обновленное отделение Почты России номер 141-501. Здесь уютно и просторно стоит новая эргономичная мебель, в штате 7 операторов и 4 почтальона. Жители окрестных домов уже успели оценить качество обслуживания и расположение почты. Очень удобно. Все прекрасно. Мы очень довольны. В отделении есть место для предоставления услуг клиентам, передвигающимся на колясках. При необходимости сотрудники почты готовы помочь маломобильным клиентам. В Мегу отделение связи переехало из другого здания из-за обращений горожан по поводу некомфортных условий. Новое помещение сделало это подразделение уникальным. Это первое в Российской Федерации отделение почтовой связи, которое открыто в таком крупном торговом центре. Здесь будет работать 4 операционных окна. Ожидается, что прием населения по абсолютно всем услугам связи будет проходить без выходных. Почта работает 7 дней в неделю. С понедельника по пятницу с 10 утра до 9 вечера. В субботу и воскресенье с 11 утра до 7 вечера. Без перерыва на обед. Отделение рассчитано на обслуживание более 20 тысяч химчан. Если мы выйдем сейчас за пределы отделения Почты России, на нас с вами со стороны Куркинского шоссе посмотрят более 10 тысяч окон. И, соответственно, все это потенциальные гости, которые могут прийти, в том числе в отделение почты. Специально к открытию почты «Мегахимки» выпустила серию из 5 уникальных открыток. С 14 октября по 12 ноября их можно будет бесплатно отправить родным и близким из нового почтового отделения. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости «Химки ТВ».